В муниципальном учреждении «Дорсервис» механик Константин Махин работает с основания. По мнению руководства, один из лучших специалистов своего дела. А других здесь, кажется, и не держат, ведь на кону качество жизни людей. «Дорсервис» занимается благоустройством и уборкой территории Ленинского городского округа. Работа нравится. Практически на работе круглые сутки уже бываем на этой работе, особенно в зимний период. Вот появились новые машины у нас, вот сейчас ее как бы подготавливаем к работе, повесили тент на нее, проверяем масла, протягиваем, чтобы машины у нас не ломались на дороге. В ремонтной зоне, где трудится Константин, чинят весь автотранспорт компании. Механики и слесари всегда готовы принять в свой дружный коллектив новых сотрудников. Помочь, обучить, поделиться опытом. Сейчас этот вопрос для «Дорсервиса» наиболее актуальный. Учреждение приглашает на службу грамотных специалистов. Коллектив у нас очень добрый. Вообще замечательно все. Зарплата устраивает. Для нашего города видно, это нормальная заработная плата, тем более ее повысили нам. Вот. Сейчас оклад у всех одинаковый, ставка у всех одинаковая. Работаем потихоньку, дай бог каждому. В «Дорсервисе» трудятся специалисты нескольких основных направлений. Водители, спецтехники, механики, слесари, а также рабочие по благоустройству. Спектр их деятельности широкий. Уборка территории, опиловка, высадка зеленых насаждений и многое другое, связанное с благоустройством. Зарплата порядка 40 тысяч рублей. Плюс ко всему у нас есть премиальный фонд, потому что приходится работать круглосуточно, в праздничные и выходные дни. Вот, и это, вот благодаря этому поток людей к нам увеличился. И это было сделано буквально там 2-3 месяца назад. Красивый облик Ленинского городского округа – заслуга сотрудников «Дорсервиса». К своей работе специалисты относятся ответственно. Руководству удалось создать в коллективе дружескую атмосферу. Как в хорошей семье. Все дружно. Дружно, все отлично работают, все делают, все выполняют. Никто не отказывается от своих должностных обязанностей. Стать частью команды «Дорсервис» несложно. Прийти в офис компании, который находится в Видном на проспекте Ленинского комсомола, 23, корпус 3. В отделе кадров заполнить заявление, предоставить необходимые документы, пройти собеседование, оформиться и приступить к работе. Приглашаю жителей не только Ленинского города Видного, но и всего Ленинского городского округа приходить к нам, устраиваться на работу. Это стабильная зарплата, которая выплачивается своевременно. Это полный социальный пакет документов, льгот, которые есть. И дружный, хороший коллектив. Помимо этого, в учреждении ждут работников и других специальностей. Проконсультироваться по данному вопросу можно также в офисе компании. Юлия Погосенко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.